не снимаем, я сказал. Трогаем. Уходим и не снимаем. Ни на каком... Вот, отвечаю, вот. Бояру она пьет, бояру ей. Опа, кищели. Реально не пущу. Женщина. Так. Отпустите дверь. Выйдите отсюда, вы мешаете работать людям. Выйдите отсюда. Этим не выйти. Так, камеру закрыл. Что еще сделать? На колени не встать? Сейчас встанешь. Дверь отпустите. Ты шляки да? Стоять. Иди отсюда. Ветки с вами не тянут, что же к тяжелому имуществу. Ты вообще меня не снимаешь? Что творишь вообще? Спокойно вообще? Кто разрешил меня снимать, а? Че, дюка? Кто разрешил вот это снимать? Это уже хищение. Это не хищение, это уже уголовное. Вы незаконно меня снимаете. Ничего себе. Вот это уже хищение. Не, нифига. Хищение. Все, а теперь ее не выпустим отсюда. Ой, извините. Мальчик, дайте, пожалуйста. Вот, смотри, что творит. Все, пошел отсюда. Смотри, что творит, а? Ой, спасибо большое. Что случилось? Да, нормально все. Кайфует. Уважаемый зритель. Она еще здесь? Запоминайте лицо. Опознавайте, если это ваша соседка, коллега, знакомая. Пишите, кто такая и где живет. Вы меня снимаете? Да никто вас не снимает. Никто вас не снимает. Пошли быстро. А что еще сделать? Мы вроде как не у вас дома находимся. Все кранты, зайцев, зайцев провод, зайцев наушники. Да вас никто не снимает, женщина, перестаньте. Ага. Женщина встряла на деньги. О, хреново держится. Вот это, видишь? Да, все сломано. А, смотри, разъем тоже. Все, да, вот тут. Он с телефона был просто вырван с корнем. Так, да, профи. Здорово еще раз. Здравствуйте. Что у вас тут происходит? Окей, okay, у нас мы перед нами, передо мной, точнее, сотрудники полиции извинились. Uh-huh. Доставили обратно, где незаконное задержание в итоге состоялось. Uh-huh. На вот этого, который приезжал, uh-huh. Старлей. Будет, на меня протокол там не составили, я был, получается, просто так в отдел доставлен, угу. Но превысил он полномочия, будет написано заявление. Меня тут ждал единомышленник, прибывший на подмогу. А сейчас-то что? Что сейчас случилось? Сейчас нападение, нападение на нас было совершено. Да, он и поломали имущество, чужое он, соответственно. Здесь была, короче, хабалка. Девочка, кто вызывал? Имущество банка. Не пострадало ни разу. Пострадало. Не банка, граждан. Девушки не пострадали, девушки а то, что нет. У вас произошел конфликт между это собой, уже не, это уже это не гражданская этот, как его. Ну, здесь уже нужно вызвать сотрудников полиции, для того, чтобы она ответила по закону. Вызывайте. Ну, вот. То есть задержать ее вы можете? Имеете полномочия? Нет, не имеем полномочия. Имущество банка сотрудникам ничего нанесено не было. Лично вам. Слушай, смотрите, как я вам могу предложить. Либо лично вы вызываете сотрудников полиции, угу. Пытаетесь с ней решить, что она дождется. Пытаться их. Вот это прямо сейчас поставить на баланс банка. Нет, нет. Имущество. Или второе решение. Сами едете до отдела полиции, пишите заявление. Сотрудники полиции, данные паспортные на девушку могут взять в банке. Пожалуйста. Я не соблюдаю дистанцию. Хабалка, кредит взяла, чтобы за провод, за наушники снимает. Заплатить. Но, женщина, мы вас не снимаем. Я констатирую факт, что это хабалка. Да, да, да. Ему не запрещено. Мы вас фиксируем. Вы можете сходить и написать заявление. Да ты заблуждаешься. 70-е отделение и напишите заявление. 23-е. 23-е. У нас тоже есть. Как она нас оскорбляла? Ну, я рекомендовал бы вам лично эти что? Конфликты все улаживать. Я сейчас возьму кредит. Все, каюк тебе возьмешь. Спокойно. Твои данные в банке есть. Заявление будет написано. Я же никогда в жизни кредитов не брала. Давай, надеюсь, это не помрешь. Сотрудники полиции. Секундочку. Здравствуйте, граждане. Несколько управлений вас беспокоит. Прапорщик полиции Акатов. У вас здесь кто кого переглядит?
камера и телефон. А вот уже убежала, блин. Нет, да не к сожалению. Кто убежал? Да на нас тут напали. Да, нападала одна. Какая-то неадекватка. С видом на пьянчугу похожа. Так, ладно, вы тут никуда не уходите. Сейчас поговорю с сотрудниками банка, хорошо? Имущество. На видео все зафиксировано, как она, вызвали, как она прыгала. Нам учили ее задерживать, мы же тоже бить ее не будем. Отпустили, ушла. Ага, то есть здесь заявка получается... Ну, в общем, повторю, никуда не уходите, я пообщаюсь с сотрудниками. А что вы так? Подойдите поближе, что вы там из угла, как я не знаю, как партизан. Да мы за только. Не стоит мешать, вы так уединились здесь. Так а что, значит, какой цель это вы нас снимаете? Вы думаете, мы здесь будем что-то противоправное делать? Я всегда снимаю для защиты своих законов, прав и интересов, на что имею полнейшее право. Так вам же пока даже никто не обращается. Ну, у меня ведется... Я с вами не разговаривал, и девушка тоже с вами не разговаривает. Зачем вы ее снимать? Она вам согласия такого не давала. Ну, мы ее, во-первых, не снимаем. Она обязательно требует. Нет. Опять? Вы из 23-го отдела полиции? Я сотрудник патрульно-постовой службы, прапорщик полиции АК. Отдел полиции какой? Я же сказал, сотрудник патрульно-постовой службы. Патрульно-постовая служба УМВД России по Невскому району. Она никакому отделу полиции не относится. Просто сегодня приезжали уже сотрудники полиции, дали разъяснение, что действительно Конституция позволяет гражданам в общественном месте снимать все и всех. Это же не режимный объект. А какая правильно? Цель у вас? Естественно. Какая разница, какая цель? Цель я могу вам не озвучивать. Я могу снимать в целях своих законных, в целях защиты своих законных прав и интересов. Ваши права нарушили? Я могу, да, я написал об этом соответствующее заявление. Ладно, я понял, это разговор в одну сторону. А, все-таки уединиться решили. А нам с вами, не? С вашего позволения. Вы не против? У нас есть такое конституционное право уединиться? Ну, вообще, сотрудников полиции... Ну, если у нее заявление, то, конечно, есть. Там же персональные данные будут. Нет такого «хочу». Вы здесь создаете неблагоприятные условия для работы сотрудников банка. Во-первых, вы ко мне обратились. Конечно. Исполните, пожалуйста, в первую очередь. А вы меня не просили об этом. Я должен представиться. Если вы попросите, я вам покажу документ. Да, нет, я не попросил. Я не должен попросить. Вы устно обязаны представиться. Я представился два раза вам. Вот, еще раз представьтесь. А вы в первые два раза не услышали? У меня память плохая. За смысл не представляться. Фамилия, имя, отчество, должность, специальное звание. Сейчас. Прапорщик полиции Акатов. Акатов. Командир отделения отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД России по Невскому району. Имя, отчество, пожалуйста. Звание, должность и фамилия я должен вам сказать. Угу. Просто прапорщик Акатов к вам могу обращаться, да. Правильно? Товарищ полицейский можно. Ну, я еще не понял, товарищ. Вы можете в глаза смотреть, а с кем разговариваю? Что вы там? Я не обязан. Да я вас по-человечески разглядываю. Я вам не обязан смотреть ни в глаза, там, ни на какие-то другие части тела. Мой взор устремлен туда, куда мне удобно. Мне нужно установить вашу личность. Нужно установить? Конечно. Удостоверить. Почему нужно установить? Давайте вспомним. Я же вам объяснил. Когда имеют... Я же вам объяснил. Я приехал сюда по заявлению. Так. Сотрудников банка о том, что вы мешаете им вести свою трудовую деятельность. Пристаете гражданам, конкретно здесь девушка была, убежала. Так, мы представим. У вас конфликт, да. Хорошо. Поэтому мое первое, что я должен спросить, это спросить у вас документы. Или хотя бы как вас зовут, где проживаете. Зовут, я вам скажу. Зовут меня Александр Сансанов, простонародье. Фамилия Иванов, наверное. Нет, не Иванов. Прапорщик Акатов, примите тогда, пожалуйста, устное заявление согласно 736 приказу и не морочьте мне голову. По-вашему, я вам голову морочу? Вы ошибаетесь. Примите, пожалуйста, устное заявление. Да, конечно, приму. Согласно 736 приказу. Пожалуйста, протокол принятия устного заявления. Я вам оставлю даже два заявления. Давайте три. Нет, давайте два. Вот любит троиц. Здесь два заявления будет. Вот говорит номер ТУСПА. Я спросил, помните вы его или нет, не говорите его, не надо, если не надо будет, я узнаю. У меня записан. А, вы будете пользоваться должностными полномочиями? Я говорю, если мне надо будет. Если вам надо, то воспользуйтесь полномочиями, да, и узнаете. Конечно, служебное необходимость. Положением. Служебная необходимость и служебное положение. Но у вас здесь, разочарую, не возникнет такой необходимости. Если не, значит нет. Никак не связано. Вы укомплектованы, скажите, пожалуйста. Укомплектован чем?
Протокол принятия устного заявления. Протокола у меня нет, у меня есть бланк заявления. Территория отдела полиции. Протокол принятия устного заявления. Протокола принятия устного заявления у меня нет. Как так, прапорщик Акатов? Также я могу подождите. В устной форме. Вы хотите в устной форме дать мне заявление? Да, для пожалуйста, этого существует я готов. Специальная форма. Протокол принятия устного заявления. Молодчик, я протокол могу написать в устной форме. Откуда вы знаете, молодой или старый? Я вам не называл свой возраст. Ну, где вы там служите? И в 23-м отделе. У вас на службе кто бумагу украл? Президент сказал, что все МВД, все необходимым снабжены, оснащены, все медучреждения. Президенту нет оснований не доверять. Президент вы будете какое-то устное заявление мне диктовать хотите, или нет? Сказать, президент врет? Вы скажите мне да или нет. Да. Если да, то я вас слушаю. Если нет, можно пишите, попрощаться. Пишите, что в мои будущие заявления сгибаете пополам. Я вам не разрешаю. Бумага сгибать пополам, а не заявление. Мое давай, я вас слушаю. Заявление. Я вас слушаю просто. Фамилия, имя, отчество ваше. Мы ваши права защитим. Да я как-то справлюсь с этим. Уверен? Да, и даже без телефона. Давайте, давайте, я вас слушаю. Только это все с лета маленькими буквами. Вот надо теперь писать. Разберемся. Прошу вас установить да. И привлечь к ответственности. Неизвестное лицо, неизвестное нам с моим единомышленником лицо. Наверное, не лицо, а табло даже сказал. Это пусть лицо будет. Если вы хотите, чтобы я написал женское хабалистство, вы можете сами написать, как вам удобно. Я напишу, как мне удобно. Вы у меня принимаете заявление. Я информацию от вас принял. С моих слов. Формулирую я его в любой удобной для себя форме. А я записываю в удобной форме для меня. Серьезно? Да. То есть вы коррективы самостоятельно вносите в заявление граждан, что это новенькое. Пишите. Женское хабалистого пола, говорю вам. И моего товарища Кирилла. Помещение размахивала своей сумкой, сумкой вот она била Кирилла, это зафиксировано на видео, испортила наушники, вон они еле болтаются, JBL-55 стоимостью 7500 рублей. С удостоверением, иди сюда. Также в действиях данной гражданки усматриваем признаки преступления согласно 144 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно нападение на журналистов. Обладает ярко выраженными противозачаточными свойствами. Противозачаточными. Нет, слышится. Свойствами. Давайте дальше. Так, ну с первым заявлением все. Давайте теперь второе. Теперь вы должны эту гражданку разыскать, сделав запрос, естественно, в Альфа-банк. Там есть ее данные. Давайте я вас слушаю, Кирилл, вы отвлекаетесь. Прошу вас. Вы сейчас конкретно кого просите? Конкретно меня или полицию в целом? Вашего руководителя. Моего руководителя. Да. И все обращайтесь к нашему руководству. К вашему все руководству. Все хорошо. Давайте я вас слушаю. Учить. Переобучить. Дальше. Воспитать. Да, воспитать. Не воспитать, воспитать. А правильно вы сказали, воспитать. Воспитать. Да, 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 вот. Воспитать. Давайте еще что накинем. Прапорщика полиции. Угу. Опять представьте, я забыл, как ваша фамилия. Я вин подсветил сегодня, забыл выпить. Прапорщик полиции Акатов, я уже вам в четвертый раз представляюсь. Акатов? Окатов, поверьте, фамилия. Окатов, да. А слово окатить. Запомнили? Вы запомнили точно? Или надо напомнить еще раз? Пока запомнил. Отлично. Дальше не забыли? Да. Все помню.
Я тоже знаю. Значит, вот, видимо, здесь какая-то аура. Поэтому вопрос достаточно спорный. Ну ладно, спорить можно долго, давайте дальше. Давайте дальше. Значит, озвучивал мне свои... Свои, да, уточните, пожалуйста, было с вашей стороны насчет документов. Требование или просьба? Давайте спросим на просьбу. Либо это требование, я даже не пытался. Просьба. Озвучивать мне свои попрошайнические хотели. Кто просит, он попрошает. Сотрудники полиции. Попрошайнические хотели? Да, 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 да. Ну-ка, давайте, как это записано? Свои попрошайнические хотели, запятая. Так как у сотрудника полиции должны быть только законные требования. Но хотения, хотения, хотел как-то. Так, молодой человек, у вас какие-то еще будут претензии, требования к сотрудникам полиции? Требования, да, устные будут. Перестаньте нарушать закон. Выполняйте всегда, пожалуйста, при обращении граждан. Федеральный закон номер 3, статья 5, пункт 4. Начните, пожалуйста, мазу, и будет все хорошо. Мы же вот просто-напросто, ну, не со зла, мы вот просто за мир во всем мире, за порядок. Неужели так трудно все это запомнить? Нам тоже пора сваливаться. Вот сейчас будем расходиться на этой ноте. Вот, не говорим друг другу прощай, а на всякий случай только лишь до свидания. Может, еще увидимся. Питер маленький город, реально, как и Москва. Москва еще меньше, правда. Психология еще и задумается. Вот типа того. Хотел бы по поводу этих компромиссов уточнить. Вот во что это выливается. Что, все? Я хочу вас спросить, что или еще начал попадать. Не знаю. Хотите участвовать дальше в прямом эфире? Мы не против, на самом деле. Да я уже на прямом эфире. Да нет. Служил служим народу. Счастливо, чтобы я тебя здесь больше не видел, пока не как еще раз. Говорю, счастливо, удачи, откатов, чтобы я больше сегодня тебя здесь не видел. Все. Ну, чтобы встречаться будем. Все, давай, пока. Все, сваливает откат с напарником.